Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Сегодня в Доме правительства состоялось второе совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйло, а также заседание Совета Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение. В ТУВО прибыли все губернаторы Сибирского федерального округа. Реализация в регионах округа национальных проектов и программ капремонта в многоквартирных домах. Эти темы стали основными на заседании Совета. Сергей Миняйло отметил, что эти два пункта на сегодняшний день являются жизненно важными для сибиряков. Темпы роста ряда показателей выше, чем в соседнем среднем по округу Республики. Развивается сфера добычи полезных ископаемых в сельское хозяйство. Увеличивается объем инвестиций. Но главное на сегодняшний момент рассмотрены и будут включены в проект программы те барьеры, которые существуют. К сожалению, есть объективные причины. Это касается не только Республики Крыма, это касается многих наших регионов. Это транспортная доступность, это инфраструктурные ограничения, которые сегодня есть. Поэтому без решения которых, к сожалению, заметно повысим качество жизни населения, мы не можем. Первым на заседании рассмотрели вопрос реализации региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Отмечу, что в целом субъекта Федерации округа наблюдается позитивная динамика по реализации региональных программ капитального ремонта. Наращиваются ежегодные объемы его проведения. Накоплен положительный опыт по реализации программ в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайском крае и Новосибирской области. В то же время сложная обстановка по исполнению собственных планов сложилась в Омской, Иркутской областях и Красноярском крае. Региональная программа капитального ремонта общего имущества – это программа проведения капремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. Период реализации с 2014 по 2045 годы. Тува всего за 5 лет с начала запуска программы входит в число хорошистов в рейтинге регионов Сибири. По плану на этот год даже вышла в лидеры. С 2014 года среди всех субъектов Сибирского федерального округа, по данным мониторинга, проведенного Минстроем России, план в полном объеме был выполнен только в Новосибирской области. Работ, но кроме контрольных мер, мы постарались реализовать некоторые системные меры, которые обеспечили, повысили уровень организации этой работы. Так, в частности, в регионе внедрен многоступенчатый контроль за ходом реализации программы, начиная с проекта, с разработки проектно-сметной документации. ПСД у нас разрабатывается в обязательном порядке за год до начала ремонта объекта, иначе краткосрочный план не утверждается. В 2016 году вступил в силу новый порядок привлечения подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту. Организация торгов теперь сконцентрирована в руках единого регионального оператора. Мы вывели эту функцию с уровня муниципалитетов. Таким образом, решили действительно сложную проблему управляемости на местном уровне. Отмечается, что положительная реализация программы в разных регионах зависит от многих факторов. Новосибирская область, он один, да, строительный комплекс Омской области совершенно другой, строительный комплекс Республики Тыва третий, да. Все зависит от тех условий, в которых находится регион. И тут как бы перенимать передовой опыт, то есть опыт одного наложить на другой сложно. Но кое-что взять можно. Да, я знаю проблематику Омской области. Вы знаете, по переселению там из аварийного жилья, амантным дольщикам, ну, сложно. Ну, нет там тех строителей, которые могут взяться за эту работу. Нет. Я знаю строительный комплекс Республики Тыва. Ну, слушайте, вот по мусорной реформе, сколько не объявляли конкурс, оператор в республику заходить не хотел. Это объективные причины. Если у бизнеса экономика не бьется, он не пойдет. Значит, надо создавать условия для того, чтобы бизнес заходил. Поэтому мы сегодня эти вопросы обсуждали, и вывод будет следующим. Мы еще с главами потом переговорим. Да? Вот как это сделать, что нужно для этого,
где-то надо субсидировать, да, где-то надо, может быть, там льготы какие-то, преференции какие-то давать. По республике Тыва мы уже говорили, пока не будет проекта, не будет утвержден план социально-экономического развития, да, где мы снимем многие инфраструктурные трудности, барьеры, да, ну ничего не будет. Поэтому вот в этом направлении, да, если там, где есть субъективные причины, эти субъективные причины, что надо убирать просто, да, там люди не могут спланировать эту работу, значит, тогда должны спланировать другие люди, вот и все. Обзорный доклад вниманию участников представила и представитель фонда ЖКХ. Хотелось бы дополнить, что в Алтайском крае, Красноярском крае, также в Томской и Новосибирской областях размер остатков превышает планируемый объем работы 2019 год. Не совсем понятно, зачем вам такие остатки на счетах и что вы с ними делаете. Кроме того, в течение первого квартала снижение остатков наблюдалось только по счетам региональных операторов трех субъектов Сибирского федерального округа. Это Новосибирская область, Томская область и Республика Алтай. Во всех остальных субъектах объем остатков продолжает увеличиваться. То есть, несмотря на то, что мы начали эти проблемы обозначать еще в конце 2017 года, пока позитивного решения в этом направлении, к сожалению, нет. Максимальное увеличение остатков по счетам регоператоров у нас наблюдается в Республике Тыва 28% и Республике Хакасия 52%. В своем выступлении, помимо затронутых основных тем, Сергей Миняйло отметил, что каждый субъект Сибири уникален по-своему. Но у Тувы есть своя отличительная черта. Пока, и Новосибирску есть к чему стремиться, но пока, признаю, это не похвала, есть чем сравнивать. Много в жизни видел, но пока на ближнее зло лучшее в Сибири. Заседание Совета – это площадка для широкого обсуждения важнейших тем, которые актуальны для всех регионов Сибири. Мероприятие дает возможность каждому губернатору сверить свою позицию, задачами которые сегодня ставит перед субъектами федеральный центр, и посмотреть опыт из других территорий. Глава Тувы Шалбан Караул и заместитель председателя правительства Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики подписали протокол намерения и рамочное соглашение. Соглашение охватывает 14 сфер от совместного развития транспортной и инженерной инфраструктуры, торгово-экономического взаимодействия до гуманитарного сотрудничества. Особо было подчеркнуто важное сотрудничество в вопросах развития транспортной и дорожной составляющей. Стороны согласились с необходимостью открытия прямого международного рейса между Кызылом и Урумчи, местом пребывания правительства Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Синьцзянь-Уйгурский автономный район, так же, как и Тува, заинтересован в продолжении железнодорожной ветки Курагино-Кызыл в Китай. По заявлению китайской стороны, КНР сейчас активно развивает железнодорожное сообщение в приграничных районах. По словам Шалбана Караула, положение соглашения согласовано с правительством России и Министерством иностранных дел страны. В Туве на уровне зампреда правительства будет создана общественная комиссия, которая будет контролировать реализацию соглашения. С 1 июля будет на 2,4% проиндексирована плата граждан за коммунальные услуги. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации от 12 ноября 2018 года под номером 1347. Напомним, что раньше тарифы индексировали только один раз в год, 1 июля, примерно 4%. Но из-за повышения с начала года ставки НДС до 20% было принято решение провести две индексации. 1 января на 1,7% и 1 июля на 2,4%. Как отмечается в документе, такие изменения были необходимы, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала привычный уровень. Минэкономразвития России опубликовали результаты регулярной оценки развития высшими исполнительными органами государственной власти субъектов мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ. Так, по результатам данного рейтинга субъектов Российской Федерации за первый квартал 2019 года Тува вошла в список регионов с высокой степенью эффективности. Наш регион стал одним из лучших в части организации деятельности сети МФЦ благодаря высоким показателям.
нескольким параметрам в оценке выполнения высшими исполнительными органами власти субъектов России, Тува набрала максимальные баллы. В частности, многие показатели в республике исполняются на 100%, в том числе предоставление в МФЦ государственных услуг по экстерриториальному принципу, организация предоставления в МФЦ дополнительных услуг и сервисов. Почти приближенные к 100% показатели – это наполнение системы соответствия МФЦ единому фирменному стилю «Мои документы». Также регион набрал 99,8% в одной из самых главных показателей, чему стремятся практически все МФЦ. Это уровень удовлетворенности заявителям качеством предоставления государственных услуг. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 8 копеек, евро 71 рубль 83 копейки. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве на стационарном посту Шевелых в очередной раз изъят числившийся в розыске сотовый телефон. 26 июня инспектором ДПС был остановлен микроавтобус. При проверке идентификационных номеров сотового телефона, находящегося при одном из пассажиров, было установлено, что данное средство связи числится в розыске еще с 2016 года. Со слов пассажира, 55-летнего жителя поселка Кайхи, телефон он приобрел незадолго до выезда в городе Кызыле у незнакомого ему молодого человека. Для дальнейшего разбирательства мужчина и изъятый телефон доставлены в территориальный пункт полиции. Полиция напоминает гражданам о том, что незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. Двадцать 21 и 22 июня на территории села Кызылдак Байтагинского района прошел второй республиканский фестиваль народно-прикладного искусства «Мюнгюнкержек». Фестиваль объединил мастеров народно-художественных промыслов и ремесел не только Тувы, но и соседних регионов. Всего приняли участие около 90 мастеров со всей республики. Из Байтагинского района 30 мастеров. Также прибыли гости из Хакасии, эксперты из Новосибирской области и Москвы. Были также гости из Монголии, Японии и Чехии. Главным экспертом фестиваля был Михаил Шишин. Это академик Российской академии художеств, доктор философских наук, профессор, искусствовед, а также член Союза художников России. Победителям и участникам конкурса выставки были вручены денежные призы, дипломы и сертификаты. По республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 28, плюс 30.